Экваторская едет. Город Первомайский. Кто не помнит? Короче, я давно летом еще снимал Лазовскую трассу, и там были собачки. И вот эта собачка, Бобик его зовут, спустя 4 месяца нашлась. Бобик, привет. Скажи зрителям привет. Жорик. И пожалуйста, мои подписчики, пожалуйста, посмотрите это видео до самого конца. И поставьте лайк. Или сделайте хороший комментарий. Зрители, кто не знал, но я скрывал эту тайну 1,5 года. Мне сейчас 8 лет. Вот моя бабушка. Вот машинки, вот это Фолксваген. Вот это Делматис. Лада, Самара. Вот это какая-то непонятная. Это Лада. Трасса. Улица Ленина. Вот это Рено. Да, это Рено. Я не знаю, почему так долго не выходит видео, но просто нету времени. Нету времени выкладывать, потому что у меня много дел, еще домашка, домашнее задание. Я еще учусь в школе. Кто, напишите в комментариях, кто знает школу номер 3, гимназию номер 3. Мои любимые подписчики, мой канал Дима Литвинов, все его любят. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. И также ставьте на колокольчик. Я не знаю, как делать заставку на мой канал. Просто я не хочу разбираться в настройках на YouTube. Не хочу я разбираться в настройках. Ну... Все равно мой канал хороший. Еще раз говорю моим подписчикам. Или не подписчикам, просто кто смотрит. Подписывайтесь на мой канал. Мне не хватает до 100 всего лишь 48 подписчиков. Пожалуйста, не ленитесь и подписывайтесь. Моя бабушка, ее зовут Гала. Гала Васильевна. Галина Васильевна. Нет. У меня фамилия Литвинов. Что же бабушка? Гала Литвинова Васильевна. Это у нас скоростная трасса на Лозову. А трасса в Харьков... Ну, хуже. Хуже, чем Лозовская. Вот, машины едут с Лозовой. А с этой стороны... С этой стороны с Харькова. А вот... вот туда? Я не знаю, но там какой-то село городское. Еще в Первомайске давно мы изучали... Маленькое уже на карте мы смотрели. Вот это церковь. Я еще снимаю Харьковскую трассу. Это находится около Лазовской трассы. Туз-туры-туз-туз-туз-туры-туз-туры-туз.
Кто не знает эту песню? Еще раз. Туз, тури, туз, 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 тури, туз, тури, туз. Ту-т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 у. Кто знает эту песню? Или валим, 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 валим на гелике. Мы недавно видели с мамой. Гелик ехал по городу. Ну да, мне 8 лет. Блогерок. Смотрите, блогерок. Он Тойота. Не буду снимать. Там какая-то машина с прицепом. Лада, Лада. Лада, Лада, Лада. Сейчас посмотрим, в той стороне какой, какая деревня. Что и Волзовая, что и Харьков. Так? Больница, а потом еще туда и больница. А рядом моя гимназия номер 3. О, как поехала. Вот она. Камазик. Хороший улов. Месяц назад появились у нас таблички. О, Лада обгоняет газель. Редко вижу, как машина обгоняет. Так. Артесий собор. Это не то. О, Рома поехала. Кто не знает, Рома это... Ну, там, короче, хлеб делают. Или булочки всякие, так. Соборная Фортеся. Что еще за Фортеся? Ну да, вот с той стороны озера. А вот легендарная циркость. Так. Опа-на. Скорая. Кому-то плохо. Кто помнит? Тут присоединили громадяны. Я еще Харьковку. Я с бабочкой никогда не снимала. Да, в сторону больницы скорая. Сейчас посмотрим. Вот, церковник. Вон там Тойота. Маршрутка. Сейчас спрыгнем с камерой. Опа! Так. Почивьте громадяны. Там герб Украины. Во! Первомаевский. Дима Литвинов. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И пишите прикольные комментарии. Я всегда буду отвечать. Хоть, ну, если напишите на украинском, пишите на украинском. Если вы англичанин, пишите на английском. Я все равно буду отвечать. С вами был Дима Литвинов. Або? Дима Литвинов. Або Дима Литвинов. My name is Дима Литвинов.